Привет-привет! Мы продолжаем путешествие по моллам Торонто. Сегодня погожий, хороший день, субботний. И мы посещаем следующий молл. Мы на плазе сейчас. Это Кловердейл молл. Вот, вот его главный вход. Это паркинг. Мы видим паркинг Кловердейл молла. Большой довольно-таки. Вот, сейчас мы зайдем в само здание. Сейчас посмотрим. Здесь много разных магазинов, вывесок. Сейчас зайдем в один из входов. Пока посмотрите окрестности. Это недалеко от Миссисаги, по Блур-стрит. Надо было долго-долго ехать. Довольно-таки запутанные развязки, но в конце концов я нашел в точности, где это. Вот. И добрался, чтобы мы посмотрели, что такое Кловердейл молл. Вот мы входим. Заходим в Кловердейл. Вот. Что мы здесь видим? Мишель салон какой-то. Парикмахерская. Вот, парикмахерская. И вот входим дальше. Вот. Куда пойдем? Направо, налево? Ну, пойдем направо. Там потолки вот такие. Той Сити, Холмарк. Нэчуралайзер. Это оригинальные здесь потолки. Такие. Интересно. Так, это Star Shoes, какая-то непонятная фирма. Везде, везде такие потолки. Такое деревянное вознесение крыши. Много таких проемов. Вот здесь зоны отдыха везде. Можно посидеть. Здесь опять обувной. Walking on a cloud. Сплошные обувные магазины. А, здесь такой фудкортик маленький. А, тут еще для детей что-то. Для детей какой-то заяц сидит. Зайцы какие-то сидят. Детей сажают. Фотографирует на фоне каких-то кроликов, зайцев. Истер Банни. А, да, сейчас есть Истер Банни. Вот. А, это все Истеру посвящено. Детей сажают, они там что-то клеят, разные мастерят. Пасхе посвящено, да, Пасха сейчас назревает. О, туда еще есть, туда можно пройти. Довольно-таки большой. Потолки, правда, низкие.
тоже фудкортик, пиксен чай. Но большого фудкорта я не вижу, там где множество разных этих. А ну вот там что-то есть вдалеке. Вот они сидят. Есть аптека, Рексон. Опять такой же проем, деревянно вознесенный к небу. Да. Вот они сидят. Balkan Beats. Еще первый раз такую вижу сеть. Ну вот и сидят. Сидят пенсионеры, проводят время. Опять такой деревянный проем. Cloverdale Dental есть. Да. Как и везде. Так, Second Call, опять проем. Да, в общем, здесь архитектура построена на вот этих вот, на циклически повторяющихся вот таких потолках. Да, интересно. Это главная фишка. Фишка же вот такие вот потолки. Olsen Europe, не знаю, что за сеть. Непонятно, что за Olsen Europe. Так, Bentley, чемоданы всякие. Сумочки, чемоданы. Так, этот кусок уже здесь кончается. Уже все, да, Тейлор Сомерс. И здесь уже сервис Онтарио. Все. А, там что-то еще есть. А, нет, зеркало. Все, здесь выход, да? Поворачиваем назад. Идем в другой. В другую часть зайдем. Здесь ковры какие-то. Cloverdale Dental. Subway. Практически все пенсионеры, знаешь. Все практически пенсионеры сидят, отдыхают. Все пожилые смотрят, когда ты здесь был. В основном пенсионеры, прямо целый клуб. Клуб пенсионеров, это прямо целый. Picks and Chap, не знаю, что за сеть. Теперь завернем сюда, посмотрим, что здесь. В этой части. Да, да, красиво так. Да. Ну, в общем. Да, так, такие вот. Банк, ЛДНС. Так, что еще мы видим? Какой-то супермаркет. Такой.
Но везде изображены пенсионеры, прям пенсионерский центр. И вот они все сидят здесь, кушают, опять пенсионеры, да смотри. Так, и здесь все заканчивается, да? Метро. Так, понятно. Понятно. Пенсионеры коротают время, да. Сушно здесь, да, суши. Ну, здесь там тоже что-то, да. Ой, музыку надо забить. А то не пропустят. Так, здесь мороженое, что-то, шоколад сплошное. Видите, туфли, вещи. Вот такие мелкие торговцы всякие. Какой-то магазин. Какие-то мелкие торговцы. Мелкие сети какие-то. Туда есть выход, ну такой маленький. Ковалина тоже тут магазин. Ну, в общем, это поменьше, конечно, мол, чем те, в которых мы были раньше. Ну, сплошные пенсионеры. Дом пенсионеров какой-то. Так, Тим Хортонс, Виннерс. И на этом, да, мы отсюда зашли, я не помню, или нет. Ну, откуда-нибудь выйдем, сейчас посмотрим. Так, это Виннерс. Кинем прощальный взгляд. Не знаю, отсюда ли мы вышли. Сейчас посмотрим. Вот. По-моему, все-таки мы не отсюда вышли. Да, надо другой выход искать. Это не тот, куда я зашел.
типа. Тим Хортонс. Вот вина, вина какие-то, LSBO, да. Для тех, кто не знает, в Канаде раньше вообще продавалось только через такую сеть, LSBO называется. А сейчас уже стали продавать не только LSBO, частично и в других магазинах. Спиртное. Спиртные напитки. И вот мы видим, что здесь. Львовское пиво, надо же. Львовское, написано львовское пиво. Первый раз вижу такое. Это что-то польское или чешское. Да, интересно. Балтика это русское пиво. А здесь водочки всякие. Да, вот, да. Да, надо же, львовское пиво. Интересно. Как оно сюда попало, непонятно. А, в общем, откуда я зашел, я уже не помню. А, вот отсюда, наверное. Наверное, отсюда. Вот. В общем, попрощаемся, бросим последний взгляд. Bye-bye, Cloverdale Mall. Мы пошли.